Совсем недавно привычные анапчанам и гостям курорта беседки на улице Терской между Лениной и Астраханской демонтированы. Вместо них в скором времени появятся новенькие, более удобные и красивые. Уже ведутся подготовительные работы для их установки. Залит бетонный фундамент. Анапа заняла 3-е место в Краснодарском крае по благоустройству. И вот эти беседки будут закуплены за счет вот этих выделенных средств. Оценивали по тем работам, которые уже были сделаны в городе, то есть их качество и внешний вид, грубо говоря. Уровень повышения благоустройства. Сейчас установим новые беседки и потом продолжим даже также замену тротуарной плитки, ремонт, установку бордюров, поребриков садовых и ремонт газонов, подсадка деревьев. К началу курортного сезона этот прогулочный бульвар будет не узнать. Совсем другой вид обрел и тротуар на пересечении улиц Крымской и Краснозеленых. Выбитую и отслужившую верой и правдой старую плитку заменят. Ее отправят в сельские округа курорта. Вместо старой уже появилась новая красивая и прочная плитка. На улице Крылова в районе дома номер 17 обустраивается остановочный павильон. Пандус, который был здесь построен изначально, оказался пригоден только для мам с колясками. Маломобильные жильцы дома, к сожалению, пользоваться им не могли. Потому обратились в администрацию курорта с просьбой учесть их потребности. Пандус переделают в соответствии со всеми ГОСТами и СНИПами. Будут выдержаны все уклоны и ограждение будет сделано вместе там, где у них будет разворотная площадка. С выездом на пешеходный переход на ту сторону улицы Крылова. И также по улице Крылова будут продолжены работы по устройству этих пандусов в соответствии с нормами. Объект серьезный, работа достаточно трудоемкая. Но к концу года сотрудники Ремстроя обещают его завершить.